Андрей Кикер. Я из города Сочи, школа номер 44. Сегодня будем показывать индивидуальный маршрут до школы. Сегодня плохая погода, но несмотря на это, хорошо, пойдем со мной. Обязательно ходить по оборудованным тротуарам, а это спасет вашу жизнь. Если оборудованного тротуара нет, то нужно пойти против направления движения машин. Я живу в селе Пластунка и до школы добираюсь в оборудованном школьном автобусе. Жду его я на оборудованной остановке. А вот и наш автобус, пойдем за мной. Готовы к поездке. Мы вышли с автобуса, идем в школу. В школе. Добро пожаловать.